Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, получите все 4 карты. Так, неделя Шпиариса. Потратить нам 150? Ну давай потратим. Так, какие-то ошибки. Перезапустите. Не буду я ничего перезапускать. Так, ребята, ну что? Понятно. Вперед, как говорится, из песней. Играть. Так, сердцемет играет агрессивно прямо с первых ходов. Перемещайте его с помощью колоды перестановка, чтобы он остался в игре и продолжал расти. Угу. Я, значит, буду играть за Бабаха против Великануса. Ну, давай глянем, что нам тут... Ой, ё-моё, чё так... Чё так жёстко-то? Тонкий намек, да? Убери его сюда. Поехали. На-ка. Так, а я не помню, у нас, по-моему, у него нет кровожадности или есть? Смотри, что он делает. А мы сейчас, знаешь, как сделаем? Мы сделаем следующим образом. Мы поставим вот так вот и вот так. И пускай что хочет, то и делает. Трешка пролетит ему в лицо, как думаешь? Вот от этого, от гриба. Блин, в бронь, да? Ай-яй-яй. Да, в бронь, к сожалению. Но он не отстает от меня, как ты видишь. С ландшафтом, что ли, ты хочешь пошутить? Слушай, он хочет ландшафт выставить. И заморозка. Сейчас сюда бомбанет. Еще и телепорт ставит. Зашибись? Ну, гаденыш, а? Ты посмотри, что вытворяет. Блин, еще и телепорт достал. Давай сделай так и вот так. Заморозит сейчас, а? Вот хмырь-то болотный где. Так, ну, по крайней мере, он не получит здесь еще одного телепорта. 5. Ага, ага, конечно. Ага, так я тебе и дам. Блин, горелый, ну что ж делать-то? Ну, явно не давать ему прочерк, да? Ну, а как я уберу? Черт с ним. Давай, иди сюда. Но этого бесполезно сюда ставить. Поехали. Так, 7 в лицо он получит. Я. Ладно, фикси, поставим. Ну и шикарно. Так, перемещение у нас еще есть. О, это уже, ребята, это уже приятно. Это приятно, когда есть перемещение. Только вот... Ну давай вот так вот сделаем. Ёпарасете, блин. Так, ну 3 в лицо-то он получит. Это однозначно. Вот тут, конечно, все намного плохо, ребят. Он сейчас уничтожит мне этот пенек. И теперь мы выставляем кукурузу.
Ау, кукурузу нет. Не выставим мы с тобой ничего, никакой кукурузы. Ой-ой-ой-ой-ой. И как мне быть? Тьфу ты, блин. Если я уберу, он... Ладно, от безвыходности. Просто, друзья мои, от безвыходности. Это я уже делаю. Ландшафта-то мне нету. Не дали, понимаешь, в чем дело? Ну, лишь бы не уничтожил орех. Смотри, смотри, что делает, а? Уничтожает мне вот этот орех. Утырок несчастный. О-о-о-о! Он в лицо. Он в лицо, ребят, мне звезданул. Офигеть, у меня ни ландшафтов, ничего не было. Играй как хочешь, называется, Рэй. Так, ну что, ребята, ежедневное задание, давайте смотреть. Нанесите 20 единиц урона бессмертия. Так, вы разыграйте 2 растения на воде и повысите силу 3 растений. Так-с, хорошо. Значит, первое задание — это сыграть за бессмертие. Давай хоть глянем, что у нас там за колода на бессмертие. Чё-то как-то слишком круто. Или нормально? Даже не знаю. 2-2, и тут 3. Ну ладно, давай попробуем. 20 единиц урона бессмертия, да, надо нанести. Давай попробуем. Так, и мы играем против Бабаха. Бабах у нас 41 ранга. Ну, допустим, у меня даже челюсти есть. Хе. Вот так вот, да? Ну, давай летучих мышей поставим. Черт с ними. Хотя бы карту вытянем какую-нибудь. Угу. Ну, я сомневаюсь, что, конечно, Бабах здесь будет на хилах у нас играть. Хотя, кто его знает. У меня, видишь, вот эти вот плевальщицы. Могилоед, интересно, есть или нету? Ставить, я просто думаю, вот этого или не надо. Давай поставим, посмотрим. Угу. А, видишь, как делает? Пошел, пошел, как говорится, на прокачку, да? Интересно, у него есть... Давай я так вот поставлю. У него есть... О! Понятно. Пока ничего делать. Это хорошая карта. Только вот... Ага, 2 карты. Так, 2. Ну давай я так вот сделаю. Так, орех. Появился орех. Ну, добор, понятное дело, для чего он это все делает. И все, да? Погнали. Кто у нас тут появится?
Нормально. Будем надеяться, что солнечного удара у него нету. А, мы знаешь, как можем сейчас сделать? Сейчас покажу. Вот так вот. И пускай теперь думает, что ему делать. Горячку ставит, окей. Так, ну что, мы тогда бомбанем этого, наверное, да? Способность команды ты захотел поставить. Ну тут ты, парень, уж извини, перебьешься. Так, потом можно вот этого поставить, в принципе. Что скажешь? Сделаем так и... Ну давай сюда влеплю. Кого он там сейчас поставит, я не знаю, ребят. Но у нас есть челюсти, поэтому одну хпшку-то мы себе восстановим. А, 2 единицы здоровья. Микс. Угу, микс он все-таки решил, друзья мои, восстановить. Тут и восстановить, использовать, конечно же. Он решил использовать микс. Так, поехали. Так, что мы можем сделать? Мы можем, в принципе, применить вот эти 2 штуки. Но поможет ли нам это? Давай я так вот сделаю. И вот так еще сделаем. Нормально. Зомбот. Пам-пам-пам. Друзья мои, что делать будем? Это, наверное, бесполезно, да? Давай так сделаем. Поставим сюда. Ну, а что делать-то еще, ребят? Уничтожает, видишь, у него была бомбочка. Окей, подбил. Ну это бесполезно уже бомбить, ребят. Поехали. Где мои, блин, эти? Ага. Ну что, у него еще, наверное, бомбочка есть, да? Опять он свою эту команду ставит. Я уже не знаю, кто там у него может быть. Сейчас посмотрим. И вот так поставим. Ай, надо было, наверное, немножко по-другому сделать. Вначале этого поставить, а потом бомбить уже. Твореха. Это все, что у него осталось? 2 ореха? Нет. Че? Ну, наверное, надо бомбить вот это вот пугало.
Так, что мы там вытянем? Хорошая карта. Так, этого сюда поставить, наверное, надо будет. Или как нам лучше сделать? Сюда лучше, наверное, не трогать все-таки. Давай поставлю вот так вот. Странно, он на ягодах, что ли, собирался играть? Или что, я не знаю, ребят. Ну, давай. Вот этого уничтожим, наверное, гаврика. О! Сейчас посмотрим. Уничтожил. Так, у нас 5, ребят. Сейчас получим 2 заклинашки. Так. Орех. Так, орех. Арбуз. Ну, арбуз это в защиту, понятное дело, ребята, бомбанет. Мы даже, наверное, сделаем. Да, давай так сделаем. Так будет вообще шикарно. Поехали. Хорошо. Так, ну давай сюда теперь поставим. Ой, ой. 2 атаки. Не-не-не, парень, это тебе не поможет. И это тоже не поможет. Все в броню, ребят. Так, это я пока не буду тратить. Так-с. Ну, поехали. Ой, как смачно-то. Ну, что там у тебя? На тогда, получи. Замечательно, друзья мои. Вот так вот бессмертие выигрывает. Когда зомбот вылетает, все, пиши пропало. Ничего тебе тут уже не поможет. Никакие ковришки, ё-моё. Никаким, хоть ты там кому молись на зомбот, когда выходит, все, ребят. Это труба. Так, ну вот. Разыграйте 2 растения на воде. 2 растения на воде. Ну что, можно, в принципе, попытаться нам за орех. Ну, я имею в виду за зеленую тень. Погоди-ка, зеленая тень. Ну, в принципе, да, почему бы и нет. На воде так на воде. Поехали. 2 растения на воде и увеличить силу, да? 2 растениям до плюс 3, по-моему. То есть, если орех выпадет, то это будет хорошо. Мы сразу можем с тобой 2 задания выполнить за одну ходку. Ага. Что-то я не понял, что-то какая-то колода. А этот-то с какого перепуга здесь? Что-то не то. Я не помню этого у себя. Опять когда-то экспериментировал. На ночь глядя, видимо.
Давай сюда поставим. Это на всякий случай перекрыть, что мало ли. Так, он берет энергию дополнительную. Так, снимаем с него броню. Накапливаем броню себе. А вот, в принципе, ребята, и орех. Ну давай, лопушок. Так, минус курятина. Минус этот хмырь. Плюс легендарная карта. Какая? Ой, хорошая карта, ребята, выпала. Хорошая. Ну-ка, вот там поставишь-то. Любого ставь, вынесу. Но мне-то надо разыграть растение на воде. Серьезно? Давай так сделаю. Не, ну он же кровожадность поставить. А, вот как он делает. Ну давай, окей. И кровожадность. Ты думаешь, меня огурец, что ли, это жалко? Но у него может, понимаешь, быть бонусная атака с перемещением. Этого хмыря можно выкинуть в любую секунду отсюда, с пулебой. Просто тю, и все. Для нас он никакой ценности вообще не имеет. Так что если он думает, что он что-то здесь такое супер-пуперское сделает, то, конечно же, нет. Поехали. А там потом горошины опять в лицо. Ну и, в принципе, все на этом. Игра будет закончена. Но я-то не сделал главного. Вот это ты зря, конечно, парень, делаешь. Очень зря. Фух. Сам себе могилу копает, ребят. Сам себе. Ну что же, тогда, блин, повысились? Да, силу растений мы повысили. Это должно сработать. Угу. А вот растения на воде мы так и не разыграли. Слушай, а кто у нас? Подожди секунду, сейчас мы глянем. У нас растения на воде. Ну, в принципе, тут вот есть у нас. Это можно на воде разыграть, крокодила можно разыграть на воде, и вот этот орех. Ну, давай попробуем за бабаха сыграть. Чем черт не шутит, как говорится. Ага, к Трукассо. Это у нас ржавый разряд. И не зря мне сразу дают бомбы, и вот это вот все, это неспроста. Да, друзья, это неспроста. Я не знаю, кто там у него, но проверим. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ладно, добьем. Добьем же, да? Конечно, добьем, ребят. Главное, что орех целым остался. Так, интересно, блин. Ну давай, я проверю, друзья, есть ли у него валун еще один или нету. У него вирус. На вирусах, значит, парень решил. Поэтому не зря здесь давались вот эти вот.
фонарь. Ну, плюс 5 получает, окей. Он будет прокачивать карты свои, ребята, а мы будем... А мы что с вами будем? Ягода. Бомба-горячка. Так, погнали. Да пускай шаманит хоть зашаманится, ребята, у меня вот что есть. Так, посмотрим. Лишь бы у него, конечно, не было... Так, виноградину поставим, да, потом? Так, вот делает. И вирус. Ну, я понял, понял. Сейчас на вирусах будешь, да? Так, ребят, на следующем ходу вот эту вот штуку. Все, поехали. Так, а мы выживем? Вот в чем вопрос-то. Так, бомбим этим, да? Или как тут лучше сделать? А нафига я так сделал-то, ёбка-макарёк? Зачем я использовал бомбу? Скажи мне на милость, а? У него же вирусы, да? Угу. Так. Ну что, я надеюсь, защита сработает, ребят. Давай, давай, давай. Так, ну 3 однозначно у нас повысится здесь, и защита должна будет сработать. Нет. Нифига она не сработала почему-то. Я одно, ребят, тупанул. Нафига я использовал бомбу, скажи мне, а? Зачем я использовал бомбу, если у меня был грипп? Ну вот так вот бывает. На грани проигрывания начинаешь просто паниковать и ставить вообще то, что не нужно. Зенал. Против бесенка играем. А так, ребят, никаких претензий вообще не было. Все шло как надо. Все было прям вообще идеальненько. Ну что, наверное, тут бесенок, тут два варианта, ребят. Либо на пиратах, либо на кровожадности. Тут как бы выбор особо невелик. Ну что там у него, я не знаю, давай проверим. Пират. Значит, на пиратах все-таки. Значит, он все-таки решил на пиратах сыграть. Ну давай так сделаем. Ну понятно, прочерк. А теперь посмотрим, есть ли у него кровожадность. Ничего не стал ставить, да? Ну. Хорошо.
А вот это вот не очень хорошо. Хотя, ребят, мы все равно его приплющим. Так, у нас есть чем захиляться, так что можно по этому поводу пока не волноваться. По этому поводу можно пока не волноваться. Так, я не знаю, что он там сейчас поставит, если честно. Сделаю-ка я вот так лучше. Угу. Ну, теперь пора, наверное, залечивать раны. Что скажешь? Угу, давай, кого ты там будешь? Его? Или цветочек? А, вот так даже. Ну, это даже очень хорошо, ребят, что он его откинул. Да, конечно, ага. Давай так сделаем. Ну что там у тебя, кровожадность осталась? Или что? Что у тебя там в закромах занали? Молодец. Красавчик ты мой. Ух, как хорошо-то ты мне подсобил. Ну и что дальше? Жду твой ход, парнишка. Только давай не сдавайся, а? Блин, нам надо было... Я только одного разыграл, да, на воде? Нам нужно еще одного на воде разыграть. А он, наверное, сдастся, мне кажется, сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо, ребят. Сдался. Значит, нам придется еще переигрывать партию. Нам придется еще переигрывать партию, потому что у нас только одно растение было разыграно. Ну, поехали, попробуем еще разок. Кстати, я заметил, что у этого бабаха, по-моему, нету шипастого ландшафта. Ой, шипастого ландшафта нету. Опять этот хмырь прилетел, блин. Ну, вот это зачем мне сейчас? Ну, в любом случае, крокодила мы разыграем. Надеюсь, на воде именно. Так, две бомбы. Нет, этим парнем ты не воспользуешься, так что даже не радуйся. Даже не радуйся. Блин, вот стоит ли горячку нам тратить? Ну, тут стоит. Тут стоит. Что дальше у нас там идет по планам? Ничего, да? Давай так вот поставлю. О, желудь. Ну, беру дополнительную энергию. Хорошая карта. Сейчас посмотрим, кто здесь появится. Ты как тут сделать-то лучше, а? Давай так. Еще там соображает, еще что-то думает. Телепорт взял. Но мне надо, ребята, было задание завершить, поэтому я так вот сделал. Ага.
Такс. Ну, допустим. Ну давай, ладно, уничтожила. Ну что там разыграешь? Что там разыграешь? Что ты разыграешь-то там? Хмырь болотный. На. Так, а дальше-то что делаем? Орех этот ставим? Желудь? Угу, вот так вот, значит. Ну что, я ставлю орех, наверное, получается, ребят. Другого варианта я не вижу пока. Давай посмотрим. Вот это что плохо, что срабатывает. Это, конечно, ребят, вообще не айс. Сразу мишень поставил. Обделался и мишень влепил. Ну что, на следующем ходу, получается, да, нам надо ставить. Или, нет, кукурузу я не могу сейчас выставить. Как-то вот не в тему он вылез, если честно. Ну и чё ты там? Да, тяжело. Тяжело, друзья, тут сделать что-либо. Ну чё, придется ставить кукурузу, я думаю, здесь, наверное, тут. Ну да. Придется бомбить кукурузу. Поехали. Интересно, 6 пробьем? Нет, ребят, не пробили. Угу. Так. Давай, 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 давай. Орех по тебе тут просто плачет горькими слезами. Давай. Че еще? Так. Все, поехали. Это нас уже не интересует, вот шаманство это. Мышеловку ставит. Так. Теперь, друзья, надо подумать. Что делать-то? Даже не знаю. Давай так, наверное, поставим. Я не знаю, друзья, что там у него может быть. Ах ты хмы... Ну хоть... Блин, нет, он сейчас пробьет, ребят. И что это мне даст? Что мне это даст? Ничего, ребят, не даст мне это. Здесь-то мы защитимся, а дальше-то что? А дальше ничего. Дальше нам пробьет лицо.
Ладно, я отыграл два растения на воде. Да хоть ты там запревращайся, ё-моё. Если бы не вот этот хмырь, то была бы победа за нами, ребят. Сколько он там? А, 3-5. Ну да, я бы ничего не смог сделать. Мы же не орех, чтобы у нас была броня. Все, ребятушки, все. Отыграли, сделали мы 3 задания. Ну, бабах у нас в этой катке не очень хорошо себя проявил. Хотя тут рандом, ребят, еще раз говорю. А на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.